уже начинаем реализацию вот в улице. Вторая очередь Горького. Первый дом, 17-этажный. Новый тип домов. Это из материалов крупнопанельных. Улучшенный. Александр Викторович специально ездил в Нижний Новгород, смотрел реализацию данных проектов. Производим сами материал. Завод загружается на 60%, практически больше. Так, строим крупнопанельно, строится быстрее. Ну и учитывая то, что он улучшенный, как мы с вами договаривались. Планируем работы и на парковые провести. Строительство двух домов. Это 72 и 144 квартирные дома. Практически снос в этом квартале заканчивается, но там еще один снос проводит уже частная компания, это у основания. Они уже за счет собственных средств будут там сносить. Проект они также готовят. Это уже частная первая застройка, когда сами сносят, сами будут строить.